Казахстан? Я просто могу сказать конкретно и точно, что этого не будет. Такого не должно быть. Мы, жители Казахстана, даже не должны об этом переживать. Ну, что я могу сказать? Не знаю, есть, конечно, опасения. Ну, ничего сказать по этому поводу не могу. Конечно, сделаны. Против. Я здесь живу. Я думаю, что до этого не дойдет. Ну, вы не хотите этого. Ну, лично я не. Ну, я не думаю, что будет. Я вообще не думаю, что это будет. Нет. Это нереально. Я думаю, ишканы себе жоқ. Ол мыса Украина, он себе бар болады. Мен соны сөзің аяғына тыңдасаңшы. Ал бізге ешқандай не жоқ болады. Нет, такого не будет, потому что как это страну разделять, здесь на какое основание она будет отделяться от Казахстана? Я вот просто не вижу, просто нет оснований. Главное, там вот это Крым, там совсем другое, там же это, ну, как бы, там исторические там корни, там еще что-то. А Казахстан, он что, он с Россией никак не связан, исторические корни как. Қазақ енді өзіміз бір шыдамды халықпыз. Ну, енді бізге тиісе, біз енді оңдырмаймыз, енді все-таки ханның тегіміз ғой, ар жағымыз бар ғой енді. Сол үшін білмеймін, орыстар бізге не талмайды. Это просто вот, что на Украине происходит, это, наверное, с тех времен, наверное, Севастополь, вот этот Крым, Российская Федерация была раньше, наверное, а потом вот, когда делиться начали страны, она отошла к Украине. А так, чтобы Россия так, я по этому вопросу понял, что могут наши какие-то регионы отрезать, забрать, да нет, такого никогда не будет, и народ не даст. Стана. Казахстана не будет этого. Никогда. Никогда не будет. А почему вы так думаете? А я уверена. Потому что политика России не была никогда завоевателем. Никогда не были завоевателем. А вот отстаивать свои права она умеет. Вот видите, они не бросили вот это крымчан. Они же не бросили их.